Пенсионеры Дзержинского района обратились в мэрию Ярославля с просьбой организовать социальные места для торговли. Для малообеспеченных граждан это небольшой, но все-таки добавок к пенсии. Когда Дзержинский рынок был муниципальным, с ними заключали договоры. После того, как перешел в частные руки, участок земли, на котором торговали подержанными вещами, не оформили должным образом. Теперь пенсионеры лишились своего места. Ездить в другие районы они не в силах, далеко, дорого, неудобно. Жалобами в мэрию пришла инициативная группа. В прошлом это люди разных профессий. Торговцами не стали ни от хорошей жизни, а покупателям предлагают, что называется, остатки прежней роскоши. Но и они кому-то нужны. Да чем торговали? То, чего найдем в шкафу, в шифонере в уголке, в диване в уголке, где чашечка дулевского фарфора, где блюдечко ФЗ-овского фарфора, где ложечка. Вы знаете, ходят антиквары. И только давай, ну правда, по смешным ценам. На данный момент на 4 площадках города Ярославля у нас существуют данные места. Плата не взимается. По итогам наших переговоров мы договорились о том, что направим на собственника письмо, в котором от лица мэрии города Ярославля попросим предоставить такие места для ряда торгующих, для того, чтобы снизить, как мы знаем, так называемую социальную напряженность.